Трубное дело шагает по стране. Сыщики выяснили, что воронежские чиновники, следуя примеру своих петербургских коллег, закапывали в землю миллионы рублей. Чтобы раскрыть всю схему, местным полицейским понадобилась поддержка из столицы. В город инкогнито приехали больше 200 следователей и сотрудников полиции, которые провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что из бюджета пропало больше 30 миллионов рублей. Чиновники, участвовавшие в афере, обеспечивали победу в конкурсах на заключение государственных контрактов компаниям, которые о реальном ремонте коммуникаций думали в последнюю очередь. Эти фирмы должны были выполнить прокладку и ремонт труб для тепло- и водоснабжения города по установленным стандартам качества. Но вместо этого в теплотрассы Воронежа в нарушение условий контрактов были смонтированы бракованные и бывшие в употреблении трубы. Сейчас задержано 6 подозреваемых. Среди них есть и чиновники, и руководители фирм-подрядчиков. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вероятно, истинные масштабы ущерба сможет почувствовать на себе каждый житель Воронежа с началом холодов.